Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу. Этот видеоролик выходит на моем канале после очень длительной паузы. Вот уже с 24 ноября 2022 года не выходили видеоролики, но я так понял после определенных событий и нюансов, что вы меня потеряли. Не все были подписаны на Телеграм и не знали, что вообще происходит в моей жизни, чем я занимаюсь и так далее. Поэтому записываю такой вот ролик, надеюсь, что отклик какой-то я получу и отвечу на вопросы тех, кто не понимает, что я, где видосы, где стримы и так далее. Начнем с того, что я в какой-то момент переезжал, и, соответственно, у меня были некоторые там финансовые трудности, и поблагодарю компанию Innova вместе с Андреем Маякиным, что пошли навстречу. После того, как закрылась программа, вот эта вот, да, которая там была, каперская грамота, дохода почти что не было. Ну и, соответственно, ребята пошли на уступки, помогли. Взяли меня в стандартную блогерскую программу, да, на хороший ранг. И очень сильно помогли. Тем самым я постримил для вас Lineage 2 Essence, я стримил на своем овере, делал кучу разных реролов, менял классы и вот это вот все. Но с течением времени жизнь менялась, соответственно, появлялись какие-то новые нюансы. И с где-то конца ноября, начала декабря меня пригласили разрабатывать одну игру. Сейчас мы вместе с Редисом занимаемся разработкой одной очень-очень сильно крутой игры, которую вполне возможно я покажу на своем канале с течением времени, как только у нас появится возможность ее уже освещать, да, то есть в моменты, возможно, альфа-тестирование какого-то позднего, возможно, стартового, раннего бета-тестирования. Но в любом случае я вас об этом предупреждаю. Сейчас просто-напросто, друзья, я променял свой канал, да, вас всех, на чуть более стабильную, давайте будем честными, на не чуть, а сильно более стабильную работу, соответственно, которой я также занимаюсь любимым делом, связанным с играми. Мы разрабатываем игрушку. Я не могу про нее подробно рассказывать, показывать, потому что подписаны бумажки, а не разглашение, вот это вот все. Так, компанию Innova я поблагодарил в лице Андрея Маякина и ребят, которые меня, собственно, помогли мне с краткосрочным, да, договором по рекламе игры. Также отблагодарить хотелось бы вообще всю компанию Innova. Пускай там за столько времени было очень много говна вылито в их сторону. Возможно, говно в какие-то моменты лилось и в мою сторону. Я уж не знаю, как там обо мне отзывались, да, в офисах этой компании. Но, тем не менее, всем ребятам спасибо. Возможно, мы еще когда-то с вами посотрудничаем. Уже не с точки зрения рекламы или еще чего-то. В описании к данному видео имеется реферальная ссылочка. Залетайте. Там новый класс вышел, Ассасин. Очень сильно хайпит, кто-то даже говорит, что круто, кул, великолепно играть на этом классе. Я сам не пробовал, пробовать на данный момент не собираюсь, времени у меня попросту нет. Вот сейчас небольшое количество времени выделил даже на записание этого видеоролика без какого-то сверхмонтажа. Вот у вас просто, видите, стоит орг, да, вы на него смотрите, пялитесь, все очень круто и классно. За разделом я слежу, что происходит. Если честно, спасибо огромное всему разделу линейки. Крайне маловероятно, что я его буду когда-то стримить в ближайшее время. Да, и со стримами, и с видеороликами, ребят, буду откровенен. Вероятнее всего, их не будет до того момента, пока мы не доделаем игру точно. То есть это абсолютно 100%. Как только мы доделаем, возможно, я постримлю, покажу, расскажу уже с точки зрения одного из разработчиков этой игры, что мы хотели донести, показать, рассказать. Возможно, даже какую-то череду небольших видеороликов для вас запишу по предстоящей игре, гайдов, что с чем естся, да, что с чем варится, как сделать некоторые нюансы круче, слабее, сильнее, как противостоять тем или иным противникам. Игрушка будет очень крутая, захватывающая для всех абсолютно возрастов, для всех категорий граждан, для любителей фармить, также и для любителей подонить, там тоже можно будет чем заняться. Поэтому ждите. Вообще хотелось бы очень выпустить эту игру в этом году. Я думаю, что опираться мы будем где-то на сентябрь-октябрь месяц. Но я думаю, что не раньше сентября, это точно. Где-то к этому времени уже должны будут
до конца доделаться некоторые вещи. Также, друзья, хотелось бы сказать огромное спасибо всем моим хейтерам, что вы все это время за мной наблюдали, следили, писали негативные комментарии. Надеюсь, что эти эмоции вам все-таки были нужны, раз уж вы на них выходили. Я со своей колокольни скажу, что я никогда не желал никому там какого-то сверхзла, еще чего-то. Спасибо, что все это дело писали, делали меня лучше, надеюсь. Я становился лучше как блогер в тот момент, возможно, даже как человек. Ну и вы, возможно, уплескивали какие-то свои негативные эмоции, которые могли бы выплеснуть куда-то в другое русло, но слава богу, что это оказалось просто в комментариях в Ютубе. Также спасибо огромное всем моим топовым донаторам, обычным донаторам, кто хоть копеечку закинул. За все это время было закинуто мне через Donation Alerts более... наверное, 5 миллионов рублей точно. Это порядка миллионов в год, наверное. 99, ребят, процентов этих денежных средств пошли на развитие персонажей в играх, на развитие Ютуба. И, по сути, все. Я вкладывал абсолютно все, что у меня было. Также спасибо огромное всем моим инвесторам, тем, кто вкладывали в развитие этого канала, в развитие меня как личности. Надеюсь, что... я никого не подвел, скажем так, я делал действительно все, что от меня зависит. Спасибо огромное всем моим близким, кто также поддерживал. Это не прощание, я повторяюсь просто... я считаю, что достаточно уместно в этом видеоролике вас всех поблагодарить. Я вас всех крепко обнимаю, и мы с вами еще увидимся. Но, откровенно говорю, у меня не будет времени на стримы, на видосы. Скорее всего, я буду максимально сосредоточен сейчас своей работой, своей деятельностью, то, чем я занимаюсь. Если вдруг, друзья, кто-то хочет там связать как-то свою жизнь с геймдевом, с разработкой игр, подпишитесь на мой телеграм-канал в описании. Там изредка, сразу говорю, изредка, раз в 2-3 месяца, может, будут появляться какие-то интересные... вакансии для вас, потому что там из разряда каких-нибудь дизайнеров, художников, еще кого-то, возможно, звуковые различные нюансы. Ну, короче, если что-то будет появляться, я буду писать туда. Также еще раз, чтобы не было вот таких вот сообщений, я даже их сейчас нахерачу в экран, что чу там погиб, чу умер, чу убили, чу сгинул, там вот эта вся ересь. Я именно из-за этого еще решил записать для вас видеоролик, чтобы вы не скучали и не думали, что какая-то там херота со мной произошла. Со мной все хорошо, я живу, здравствую. Вот сейчас накидаю вам разных фоточек из красивых мест, даже путешествую. Обзавелся второй половинкой. У меня все хорошо, наконец-то в жизни, тьфу-тьфу-тьфу, началось складываться. Надеюсь, что дальше будет только лучше, больше и так далее. Освещать как-то свою личную жизнь не хочу, просто еще раз скажу, что, друзья, у меня все наконец-то хорошо. Далее, чем я занимался еще все это время? Соответственно, работа работой, но развлечения какие-то нужны. Мы поиграли с Редисичем в WoW, взяли что-то 2600 или 2800 трио, пробежали и закрыли быстренько там 16-ки, 17-ки, 18-ки ключики, ну и на этом затрахались уже откровенно и честно, и поигрывали еще в прочие проекты. Я в поешку поиграл, купил там себе за 22к охеревший вот этот бандл, да. Не знаю, зачем я это сделал, потому что в сезоне я побегал там 10 дней, но тем не менее. Вот так вот. Эссенс забросил полностью после того, как переломал у себя головной убор, плащ, серьгу, кольцо и всех агатов. Я сначала думал просто, что условно будут купоны, поэтому я хлопнул себе венец вместе с плащом. Потом я узнал, что этих купонов не будет, и переломал остатки. Восстанавливать этого персонажа очень дорого, забрасывать его не хочется. Также реализовывать его куда-то в рынок я не хочу. Как и разыгрывать. Это, наверное, первый персонаж, который у меня действительно останется. С ним будет все нормально, окей, вот он здесь, вот он сейчас, вот новый интерфейс там. Рейтинг можете посмотреть, там, суккуб 90 левел, ё-моё. Isle of Russia 91. Ну, короче, видите, все как бы чинно, все замечательно. Так что персонаж остался, все замечательно. Да, это что касалось Essence. Также я вспомнил, что я совершенно на самом-то деле не люблю Essence. Ну, как не люблю?
Essence достаточно вменяемая версия, но она классная для стримеров-блогеров, потому что на ней можно зарабатывать нормально, так там X5, X10, X20 от среднестатистической зарплаты в каком-нибудь регионе, да, почти по факту ничего не делая, снимая там постоянные обзоры, гайды и прочее говно. Но с точки зрения геймплея мне всегда больше нравилась мейн-версия, поэтому я вне стримов стартанул, поигрываю сейчас на сервере Элькардия, тоже официальный сервак, здесь овер дохерища народу играет, просто я бы, если честно, сказал, что ребятки с Essence такого количества людей вряд ли когда и видели. Не пошел на какие-то новые серваки, да, у меня там лежит, валяется 110-й ножик мой на Сире, по-моему, или на Наге, там, где я залетал, еще был один видеоролик у меня на канале 110-й, но я что-то такое думаю, там трансферы хер знает когда, неизвестно что и как, поэтому я начал именно здесь, создал себе гномика, вот, беги, гномик, беги, они тебя поймают, да, бегаю за гномика, иногда захожу, что-то точусь, открываю, небольшие опенинги делаю, сомневаюсь, что этот контент будет интересен, да и выжимать его из пальца как-то мне, если честно, не хочется, но, ребят, я за 5 лет без отпусков немножечко подзатрахался. Поймите, простите, я бы, конечно, это сделал, у меня даже все, что я всегда открываю, оно записывается постепенно. Но может быть через годик, когда этот персонаж хоть что-то из себя там будет представлять, я микронарезочки, сохраненные на компьютер, и вылью там, как один большой видеоролик там. Ну, посмотрим, не знаю. Чар сейчас 107 левела, есть окна, типа ППшка, СВС, танк и хил. Но основное количество времени я просто больше ностальгирую, бегаю, смотрю на людей, смотрю на бесконечные эпохи драконов, это нереальная зависть. У меня нет сейчас возможности взять там, залить в игрушку там пару-тройку тысяч долларов, да, ну, я бы это сделал, но что-то как-то уже не алё. Но, как вы видите, по бустику здесь все-таки что-то есть, я там прикупил всякие палки с гигантами. Бегаю на абсолютно нуба заряде, без каких-либо особых там нюансов. Маска эксперта, там плащ абсолютно никакой, четвертой краски, второй пояс нурки. Нету даже правителя Линда, кольцо ангела. На восьмерку заточил сам падшего ангела, валик, третий, четвертый камни простые, 16-й бенир. 7 печатей, сайха 7, золотое древо валяется, 3 изобилка, 6, 8, 7 агаты, ну и книжка полупустая. Ну, короче, как-то так, чисто говорю, бегаю фуфанчик, не особо куда-то разгоняюсь, чары даже не оставляю на ночь или еще как-то, бывает он у меня по неделе, по 2, по 3 стоит. Ну, короче, мейн-версия это все-таки с течением времени, это именно та версия, которая мне всегда заходила больше, поэтому уже чисто, когда это переходит из разряда надо и для работы в разряд побегать по фану, то я выбираю то, что уже действительно мне больше нравится, да, а не комьюнити там или еще кому-то. Вот как-то так. В целом, наверное, здесь все, что я хотел сказать, я сказал. Повторюсь, у меня все замечательно, у меня все хорошо. Увидимся с вами, когда, скорее всего, где-то осенью, либо ближе к зиме. Посмотрим. Люблю вас всех, целую, обнимаю, не забывайте про Чу, пишите комменты, любите своих девушек, любите мам, пап, делайте их счастливыми. Не забывайте про ваших блогеров, все-таки в большинстве случаев многие из них думают не о том, как на вас навариться и заработать, а о том, как вам было бы интереснее, лучше и так далее. Если что, пишите в телеграм-канале, я чаще всего появляюсь на ютубе, я комменты почти не смотрю. Приходят только те самые говенные уведомления, да, что Чу куда-то упал, пропал, умер, еще какая-нибудь херня. Но буду рад, если подпишетесь на телегу, потому что там все-таки даже когда я не занимаюсь плотно как-то ютубом или еще чем-то, там всегда есть от меня какая-то инфа, раз хотя бы в 2-3 недели, иногда раз в месяц, но что-то появляется. Все, всех обнял, поднял, подбросил, поймал. С вами был я, Мастер Чу. Всем до новых встреч и покедова.